Пиздец, ребята! Пневмоподвеска, тема. Поднял максимально. И уже не задевает. Самое главное, сигарета во рту, да? Ты что творишь? Я не ожидал от тебя такого, братан. Нет, не ожидал. А что, нажал так? Немножко на кочке дернул. И на газ нажал, да? Ну ты даешь. Подожди, бампер посмотрю. Ну да, крепко. Ребята, гора самая крутая. Реально очень крутая гора. Накатали, грязь хорошая. Максимально назад и вперед. Мать Тереза, ребята. Давай, скажу. Дальше. Стоп! Все, это максимально. Дальше у нас идет овраг, ребята. Первое пониже. Давай, тут надо давить седан. Ребята. Вторая повестка.
Дастер, 2 литра. Красавчик. Ну, Макс что-то как-то скромнее. Максимально отъехали, дальше уже нельзя. Летняя стравленная резина. Она вообще извращенец. Максимальный разгон. Ай-яй-яй-яй-яй! На самом пике! Вот. Это красота! Знаете, как страшно? Вот вы не поверите. Просто страшно. Это третья была? Да ну давай! Не пойдет? Пойдет, за что? Сейчас вторая повышенная будет. Вторая повышенная не хватает. Не, ну двигатель достойный, я считаю, на УАЗе. Ребят, напишите, как вы считаете, у вас завода. Все, стоп, стоп. Двигатель достойный, мне нравится. Давай, ты пробуй. То есть зацепа уже не хватает из-за резины. Но нет, не хватает зацепа просто. Говорю, все хорош. Нет, говорит, надо заехать. Поеду, говорит, по другой траектории. Да ладно, да ладно, да ладно, помогайте, помогайте. Ребята, ну однозначно лайк, однозначно. Наша очередь. Сначала мы, давайте со второй пониженной. Нет, да, со второй пониженной попробуем потихонечку. Нет, сначала давайте первой пониженной, просто посмотрим, докуда она доедет у нас. Ага, понятно. Понятно. А скользко. Вообще скользко. Или подача сразу. Что-то сыкотно. Сыкотно, сыкотно. Ладно, наверное, на первой повышенной, что ли. Пиздец, ребята! Выходи, выйди. Я тоже могу. Выходите, выходите. Посмотрите, что там. Ай. Так, колесо висит. Так, сюда машину, вон ту машину сюда, бегом. Надо руками помочь, я не знаю. Резиной.
просто замылилось. И благо, что... И благо, что вот сюда я не съехал. Ой, бля. Вот, смотрите. Вот на этот баллон, да? Вот здесь вот я остановился, просто-напросто. Вот этот баллон спас тебя. Охренеть. Согласен, да. А так бы сюда. И жопа. Хочу пояснить, почему у меня не получилось заехать в гору. Во-первых, попробовал на первой пониженной потихонечку. Потом на второй пониженной. Ну и что я хотел сделать? Когда машина остановилась на пике, я пытался включить заднюю передачу, чтобы съезжать на задней передаче. Потерянное время. На тормоз ждешь. И машина у меня прям вот критично с задними колесами съехала в овраг. Очень опасно. Во-первых, можно слететь, повредить автомобиль. Во-первых, бампер, ну и кузов, я не знаю. Вроде там и баллон лежит, но все равно вес, овраг, очень опасно. И больше что-то у меня желание перестало туда заезжать. Короче, я сэкономил. Вот такие дела. Сейчас едем на другую локацию. Впереди горочка. Первый дастер пошел. На эту горочку видео у меня есть, мы заезжали. То есть дастер заехал спокойно. Сейчас посмотрим, как эта Нива поедет на не зимней резине. Вот мне просто будет интересно, конечно. Давайте посмотрим. После нее мы с вами закатимся. Смотрите. Ну, он ход набрал, конечно. Что, заползет? Да, заполз. Легко, легко заходим. Так, друзья, сейчас у нас небольшая остановка. Остановились, подождали всех, кто не успел подъехать. И на УАЗе у нас оторвался глушитель. Сейчас мы его отсоединяем и едем дальше на другую локацию. Нормально, парков проходит. Давай, давай, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Тут просто летняя резина. Гнезда. Тут нелегко, чую. Thank you.
попробовать? Грёт вообще тема. Ну ты молодец, вообще супер, вообще супер. Столько старались, копали здесь, копали там и проехал. Это специально делаем ямы, специально. Так, раз ямка. Два ямка. Взяли лопаты, накопали. Накопали, что нам надо. То есть накопали мы ямки. Раз большая. Два. Так, ну и здесь третья. Нет, поехали. Еще подкопали ямки. Раз. Два. Подъем. И у нас получилось диагональное вывешивание хорошее. С Еданом вдвоем работали. Дорога лопатами.